Hello my friends, I'm Dmitry Balizin and I offer you to make to do another video lesson about past and past perfect tenses. So you see several sentences which we have to complete. Итак, друзья, предлагаю вам выполнить еще один видео урок по английскому языку, то есть выполнить некоторые упражнения. Сегодняшние упражнения будут нацелены на прошедшее и совершенное прошедшее время past perfect. Мы должны с вами будем понять, когда используется простое прошедшее и когда совершенное прошедшее. Ну, прежде всего, я вам скажу, совершенное прошедшее время необходимо в том случае, когда нам необходимо показать, что какое-то действие в прошлом предшествовало другому действию в прошлом же. То есть, именно вот предшествие, то есть, когда одно действие происходило перед другим, вот это предшествие мы показываем с помощью времени past perfect. Итак, начинаем сразу, приступаем к упражнениям. Нажмите паузу, попробуйте сделать все сами. И через секунду я просто объясню каждое предложение, что, когда и почему. Итак, первое предложение. Вчера я увидел друга, о котором говорил днем ранее. Так как я говорил о друге днем ранее, да, соответственно, это действие предшествовало основному действию. Поэтому тут будет past perfect. Yesterday I saw, простое прошедшее время. Неправильный глагол. Yesterday I saw a friend of mine whom I had talked about. Вот оно, past perfect. Глагол had плюс совершенное причастие в прошедшем времени. От основного глагола past perfect. Had talked. Talked. Не влазит. Had talked. Плохо, но я знаю, давайте уменьшу. Had talked. Вот оно, совершенное прошедшее время. Yesterday I saw a friend of mine whom I had talked about the day before. Вчера я увидел друга, своего друга, о котором говорил днем ранее. То есть предшествие действия. Пишем past perfect. Следующее упражнение. Следующее предложение, честно говоря. Она открыла дверь, увидела мужа и ничего не сказала. Как видим, здесь у нас предшествия нет. У нас здесь идет просто последовательность действий в прошлом. Поэтому последовательность действий в прошлом используем простое прошедшее. She opened the door. Opened the door. Looked at the husband. Looked at the husband and said nothing. Единственный неправильный глагол у нас тут say. She opened the door, looked at the husband, and said nothing. Она открыла дверь, посмотрела на мужа и ничего не сказала. Просто последовательность действий. Следующее предложение. Вчера он в конце концов купил тот автомобиль, который видел на автомобильной выставке в прошлом году. Итак, что у нас тут? Видим, что видел он автомобиль на автомобильной выставке в прошлом году, а купил вчера. Соответственно, вот здесь у нас предшествие идет. То есть, вот то, что он увидел в автомобильной выставке, произошло ранее, чем он его купил. А в предложении у нас это идет позднее. Соответственно, здесь предшествие будет past perfect. Yesterday he finally bought. Купил. Bought. He finally bought that car he had seen. Go ahead. Плюс причастие прошедшего времени от основного глагола. Had seen at the car exhibition last year. Вчера он в конечном итоге купил автомобиль, который видел на автомобильной выставке в прошлом году. Yesterday he finally bought that car he had seen at the car exhibition last year. Надеюсь, понятно, почему здесь прошедшее совершенное время. Следующее предложение. Оно несколько проще. Почему? Сейчас объясню. После того, как я сдал свой тест, не тест, точнее, уже экзамен на права на прошлой неделе, я устроил огромную вечеринку. Когда мы видим вот такой союз после, да, он сразу подразумевает использование совершенного прошедшего времени, потому что, так как после, да, соответственно, одно действие предшествовало другому. И получается, after I had passed my driving test last week, I had a huge party. After I had passed. I had passed. После того, как я сдал. Не влазит.
my driving test last week, I had a huge party. Надеюсь, понимаете, что в скобках у меня просто инфинитивы глаголов написаны, которые необходимо использовать. After I had passed my driving test last week, I had a huge party. После того, как я сдал свой экзамен на права на прошлой неделе, я устроил огромную вечеринку, да. Дальше идем. Когда я добрался домой вчера вечером, я приготовил себе ужин. Итак, здесь у нас, опять же, последовательность действий, да, и вот союз when, он чаще всего как раз используется при последовательности действий, но не всегда. И это мы увидим в следующем приложении. А здесь у нас все просто when I got. Я уже эту форму прошедшего времени написал, потому что infinitive будет get. When I got home last night, I prepared a supper for myself. Prepared. Мало места оставил, все еле-еле влазит. Итак, здесь у нас простые прошедшие времена, потому что действия идут одно за другим. When I got home last night, когда я добрался домой прошлым вечером, I prepared a supper for myself. Я приготовил себе ужин. А вот следующее предложение, посмотрите. Когда я добрался вчера вечером домой, ужин, вот у нас слово уже, да, уже был готов. То есть уже был приготовлен. А соответственно, как раз это действие предшествовало тому моменту, когда я добрался домой. И здесь у нас прошедшее было совершенное время, при этом еще и в пассивном залоге. When I got home last night, первая часть остается точно такой же. When I got home last night, the supper had already been prepared. Been... Ну сюда prepared напишу. Prepared. When I got home last night, the supper had already been prepared. Когда я добрался вчера домой вечером, ужин уже был приготовлен. Had been prepared. Это как раз past perfect. И еще и в пассивном залоге. Passive voice. Итак, самое главное, что вы должны понять из этого упражнения, что прошедшее совершенное время используется в том случае, когда нам необходимо указать на то, что одно действие предшествовало другому, да. При этом в предложении-то у нас идет, то есть местами эти части перепутаны. То есть сначала мы говорим о том, что произошло позднее, а потом о том, что ранее. И как раз, чтобы подчеркнуть то, что ранее произошло ранее, да, масло масляное, мы используем время past perfect. Вот такое упражнение. Надеюсь, все из него понятно. Задавайте вопросы. Я с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на мой канал «Английский язык с болезненным Дмитрием». See you later, guys. Bye.